Всем привет! С вами Наталья Шпилевская. Сегодня мы с вами поговорим о вакуумном массаже лица, именно как убрать прыльки. До этого мы делаем очищение лица тоником, умываемся или пенкой. Даем, чтобы лицо немножко просохло, и приступаем. Наносим на лицо масло. В данном случае у меня миндальное масло. Мы обильно-обильно наносим наше масло, разносим его по лицу, шее, и начинаем наш массаж. Берем чудо-баночки и начинаем. Двигаемся по массажным линиям. Делаем это очень легко, чтобы не было сильного натяжения. То есть баночки хорошо присасываются, вот, и мы легко скользим. Если выполнять полноценный массаж, то для этого нужно 30 минут. На все лицо. Если мы выполняем каждодневный массаж, то это всего лишь 2-3 минуты. Второй подбородок. Цепляем баночку. Обязательно ее массируем и выводим по линии. Цепляем баночку, массируем и выводим по линии. Обалденный массаж. Я его очень люблю, потому что результаты дают потрясающие. А также можно двумя баночками сразу, чтобы был у вас хороший, четкий контур. Изменения вы уже видите. Вуаля! Никаких именно таких чудес не нужно. То есть все довольно просто, чтобы всегда выглядеть шикарно. После этого мы, конечно же, удаляем масло с нашего лица. Хорошо-хорошо вытираем, удаляем масло и наносим чудо-тоник. Я обожаю этот тоник. Вот с недавнего времени я им пользуюсь постоянно, потому что он дает шикарный лифтинг и дает нашей коже очень хорошее питание. Всего 2-3 раза впрыскаем. Также массируем его, и вы прям чувствуете, как ваша кожа начинает подтягиваться, и как будто там что-то шепчет, она прям дышит. Классно так. А теперь, смотрите, всего 3 минуты в день, и вы выглядите шикарно. Если тебе интересен баночный массаж для лица, я обязательно тебя обучу. Пиши в директ или пиши мне в личку. При обучении вот эти чудо-баночки идут в подарок, в комплексе их 4 штучки. И я расскажу, как свое лицо привести в порядок и всегда выглядеть восхитительно. Женщина в любом возрасте красавица. Любите себя, будьте любимы. Всем добра!